Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 2. Из вопросов, задания и вопросы. Раздел вычисления с дробями. Сформулируйте правила умножения дроби на дробь. Чтобы умножить дробь на дробь, нужно перемножить числители дробей и их знаменатели. И первое произведение записать в числители, а второе в знаменатели. Например, при умножении дроби А, деленное на Б, на дробь С, деленное на Б, мы получаем дробь, у которой в числителе А, умноженное на С, а в знаменателе Б, умноженное на Д. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.